Добро пожаловать на канал Люцика, меня зовут Богдан, и в этом видео я вам расскажу, ну конечно, если меня этот Фредди сейчас не скушает, то я вам расскажу, как открыть еще 3 секретных аниматроников. Подбегаем к зданию пиццерии и открываем все двери, заходим, здесь пока никого нету, здесь меня никто пока не тронет, и вот здесь подбегаем к этой стене. И на этой стене, смотрите, вот серенький такой квадратик. Это кнопочка. Нажимаем на эту кнопочку. И, о, пришел Фредди. Экзоскелет Фредди пришел. Ладно, давайте сейчас к этому автомату подбежим. И надо сквозь него пройти. Но что же это мне так не везет? Смотрите, из-за моей вот этой шляпы, которая у меня на голове, я застрял и не могу влезть в этот аппарат. Ну же, давай, стоп, вылазь с этого автомата. Наконец-то я вылез. Ну как, дубль 2? А, нет, дверька уже закрылась. Давайте я опять сейчас нажму на эту кнопочку и попытаюсь. О, со второй попытки у меня все вышло. Захожу в этот тайный проход. И вот смотрите, видите, маска марионетки. И вот значок высветился. А значит, я открыл еще один секретный аниматроник. Сейчас я зайду в игру и покажу, где он находится. По идее, он должен находиться самым первым. Это первый значок в этой игре. Вот, смотрите, марионетка. И сейчас я посмотрю, какая она будет здесь в этой игре. Ну вот, смотрите. Кстати, марионетка, это в настоящей игре FNAF, это один из персонажей, чей пол окончательно не был определен. У марионетки нет глаз. Хотя здесь, смотрите, видите, у нее один глаз, как будто, как из фильма «Терминатор». Вот прикольно будет, если в следующем «Терминаторе» будет вот такой Арнольд Шварценеггер. Худой и с одним светящимся красным глазом. А сейчас я перезашел в игру и буду вам показывать следующий секретный персонаж. Тут, смотрите, подписчики мои собрались, смотрите, написали. Я подписчик, а второй отвечает ему. И я тоже. Итак, сейчас я бегу к следующему зданию. И сейчас я здесь буду открывать следующего аниматроника. Заходим вот в эту гостиницу, в эту комнату. Закрываем дверь. И вот здесь на полу лежит топорик. Видите, выглядывает из-под кровати. Надо нажать на этот топорик. И побежать в ванную комнату. А в ванной комнате надо посмотреть на себя в зеркале. Вот это зеркало такое не очень чистое, какое-то красное, наверное, в крови заляпанное. И вот смотрите, видите, с правой стороны высветилась медалька. А значит, еще один секретный аниматроник мне должен сейчас открыться в этих секретных персонажах. Давайте посмотрим. Итак, нажимаю на секретные персонажи. И вторым по счету. Да, вот смотрите, похож на плюшевого Фредди. Кстати, Фредди это единственный аниматроник, который имеет 17 аналогов в настоящей игре FNAF. Это и игрушечный Фредди, золотой Фредди, сломанный золотой Фредди. Просто сломанный Фредди, фантом Фредди, тень Фредди, кошмарный Фредди, Фредли есть, кошмарный Фредбер, кошмар, фантайм Фредди, рок-звезда Фредди, молтен Фредди, Лефти, медведь Нет, Хелпи и Фредбер. 17 аналогов, вы представляете? Ну а здесь один аналог, это сломанный золотой Фредди, голова крутится. И я сейчас опять захожу, чтобы показать. О, смотрите, опять старый знакомый здесь стоит. И я бегу получать следующий секретный аниматроник. Опять надо подбежать вот в это здание. Гостиница, скорее всего, или общежитие 670. О, тут на входе еще. О, смотрите, кто-то написал лох. Это, наверное, его так зовут или он с кем-то общается. А второй написал «я подписчик». И подбегаем, и здесь, видите, вот этот ножик на тумбочке лежит. Нажимаем на этот ножик, и надо выйти из этой гостиницы, если меня здесь аниматроники не съедят по дороге. Итак, я выхожу и направляюсь... О, еще один. Что-то их сегодня много, а я один здесь желтый красивый нубик бегаю.
залезть на эти качели, запрыгнуть на здание, подбежать и вот войти в эту маленькую будочку, и с правой стороны высветилась медалька. Теперь давайте посмотрим, какого аниматроника я на этот раз открою. Нажимаем на play, нажимаем теперь на секретные персонажи. И у нас кто там будет, сейчас посмотрим. Если я не ошибаюсь, то будет охранник. Да, вот смотрите, фиолетовый охранник. Итак, давайте посмотрим, где он там в реальной игре Roblox. Вот он, смотрите, какой красавчик. Такой злой-злой. Спать ему эти аниматроники не дают. И поэтому он ходит злой с фонариком. Давайте посмотрим, как он атакует. Вот если попадется ему аниматроник, он этим ножиком его исполосает и изрубит. И сможет себя защитить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцика. С вами был Богдан. Всем пока-пока.